Ребят, мы иногда получаем новые интересные инструменты, но не всегда они попадают у нас в обзор. В принципе, всегда не попадают, потому что они мелкие, и на них отдельно обзор делать не очень хочется и тратить на это время. Но мы решили несколько позиций, вот, которые сейчас у нас есть, интересные. Так сказать, показать. Да, показать. Если, кстати, интересно вам такие инструменты, мы их часто выкладываем в Инстаграме. У нас каждый день какой-нибудь новый там инструмент по-любому появляется. А но мы решили их немножко в кучку собрать и подумаем, давайте мы вам покажем, что у нас есть. Что вообще интересное? Это называется инструмент резак по, наверное, по пенопласту, да, и по поролонам. Ну слушай, а давай попробуем подключить. А у нас есть вообще куда? То есть теоретически можно пауэрбанк, короче, так дать? Нет, оно не даст, наверное, электричество. А здесь сколько вольт, интересно? 5 вольт, 1500. Махов. Миллиампер. Да, можно пауэрбанк. Короче, портативная будет. Кстати, в этом наборе есть такой вот рулон этой проволоки запасной. Судя по всему, это специальная какая-то, наверное, вольфрамовая, высокотемпературная, которая нагревается очень сильно, проволока. Данный девайс очень, наверное, будет популярен у декораторов и у... Те, кто рекламщики занимаются. Вот они моделирование, кто занимается. Думаю, что это будет... пенопласт, на вот терморезка пенопласта. Итак, здесь три насадки, одна покороче такая насадочка, одна подлиннее, типа паяльника что-то есть, и вот такой вот держатель есть для нее. Есть у нас такой вот поролонус, вот здесь так, логотипчик наш. И мы подумали, что бы нам не вырезать 3D логотип, да? Ну давай, сейчас я и займусь. Сколько времени на нагрев? Где-то минуты полторы, да, наверное? 7 ватт здесь указано. 7 ватт это немного для него. О, пошел нагрев. Запах, да? Единственный косяк, что воняет дерьмищем это, ну, дело такое вот. Надо в респираторе, скорее всего, работать. О, пошел. Угу. На язык, Петь. Давай попробую вырезать логотип. Уф. Кайф, да, наверное, такая штука, хорошо масло резать. Сейчас стали масло делать такое химозное, которое... Вот оно в детстве, когда масло из холодильника доставали, оно было дубовое. И оно было натуральное. Сейчас масло из холодильника достаешь, оно все равно мягкое, потому что там масло. Интересное ощущение, конечно. Я понимаю, что я рукожоп. Да, у тебя как-то плавает, да. Ты же с каймой решил сделать, да? О, есть. И выводим из зоны риска. Пам. А ну, я буду подставкой. Опа. 3D логотип готов. Ну а что, прикольная тема. Слушай, ну давай тогда еще вторую шпагу проверим, как она вообще с ней работает. Что за эффект? Берем шпагу такую. Давай сердечко. В центре. А то смотри, в комплекте-то есть еще, это же не просто, оказывается, набор для резки, тут еще паяльник есть. Слушай, ну паяльник 7 ватт, это что за паяльник? Петь, это слабый паяльник, но он есть, и видишь, подставочка под паяльник. Ну, это подставка под сам приблуд. Моделирование и макетирование. О, для макетистов он пойдет. Для мопедистов. Оформление аферистов. И декор. Давай, подержи. Нужно сделать в центре, если нужно сделать. А я буду пока читать. Проткнуть твое сердце. Оборудование Steyr создано на основе современных материалов, ну, кстати, передовых технологий. Чем ближе к центру подносишь, тем оно это... высоких стандартов. Поскоростнее идет. Качество. Инструмент обеспечивает надежную работу на протяжении всего срока службы. Слушай, ну тоненькая насадка повеселее ходит. Что-то мне сердце похоже на какую-то шняпу. Насадка для тех, кто никуда не торопится. Yes. Ну, вытащи. А, так там толстое какое было. Кусок, да? Поэтому так долго. То есть я такой раз здесь вроде ничего, а тут бабах. Она такая длинная. Вот такая тема получилась. Лайк за Папа Карло. Ну, паять, я так понимаю, тоже можно какой-то мелочок. Воняет, это сердечко. А. Итак, есть еще второй аппарат такого же плана, но немножко для других целей.
Это такой нож, электрический нож к аккумуляторной сетевой. Набор для терморезки пенопласта. Написано так на нем. Значит, он режет пенопласт только по принципу ровных отрезов таких. В комплекте есть длинный нож и короткий нож. Ну, в кейсике, кстати, приятно. Нож ставится тут четырьмя винтами. Аж вот, четырьмя. Ну, вот знаешь, что не продумали установку ножа. Здесь косяк. Типа если быстро... бы просто пазы были бы, ты вставляешь нож, зажимаешь, было бы правильно. Уф. Пока Петя настраивает, я пару слов скажу. Вот такая вот угловая насадка DeWalt не попала в наш тест. Был недавно тест на угловые насадки. А в отличие от старой, она похудела, стала более тонкая. Старая была раза в полтора толще. 8 бит в комплекте здесь идет. Есть магнитный такой кольцевой держатель для насадок. И самое главное, что она подходит для работы в том числе с импактами, то есть с ударными шуруповертами. Обратите внимание, насадка стоит что-то около 1200, 1100, 1300 рублей. Они у нас на сайте есть. Действительно, очень популярная насадка. И за свои деньги, на мой взгляд, оптимальная. Ох уж этот ваш магазин на диване. Да, пока он там, короче, туда-сюда вот этот докручивает. Но я, это еще не все. Про вот этот вот угольник Свенсон, который очень хорошо продается. Его просто... Вот сейчас я про него говорю, а он вот этот тут продан. Кстати, он стоит всего 1800-1900 рублей. В комплекте с ним вот такая вот библия идет. Библия столяра. И здесь идет просто там, как, что, под каким углом им работать, как кровли. Короче, один раз купил такой, покупал угольник, построил дом. То есть уже все, инструкция же как дом, как вырастить внуков. Тут все, смотрите, даже все градусы, как, под каким градусом. Внуки расти. Да, к горизонту. Просто, да, нормалек. А здесь надо отрезать. Нет, здесь просто что интересно, но если никто не знает, как работает угольник Свенсон, здесь уже все градусы выставлены. То есть вы можете просто раз выставить там 47-50 градусов и можете по этому угольнику совершать резы. Сразу непосредственно пилой. Нажал, кнопочка загорелась. В Америке, а, кстати, Made in USA, в Америке на них прям вообще жестко надра. Кстати, ух, завонял. Беги. Пока он там отходит, но и это еще не все. Вот этот вот автоматический мультиметр Deco. Блин, видите, какой классный дисплей. Чем он хорош, он мерит напряжение, вольтаж мерит. Можно сделать постоянный ток замерить, можно переменный. А вот силу тока он, по-моему, не мерит. Смотри. Да. Оу-оу-оу, очень-очень мощно. Фу, блядь, воняет. Жестко воняет. Но и это еще не все. Ребят, интересная такая штука появилась. Наш любимый Зубр наконец занес нам денег, и вот такая штука появилась. Направляющая шина для универсальная зажимная. 1400 сантиметров у нее, ой, миллиметров. 120 килограмм сантиметра у нее усилия. Полиамид, фиберглаз, мощный профиль. В общем, она такая. Прям. Ну, достаточно прочная. Здесь такой стальной стержень внутри идет. По стержню ходит вот такая вот направляющая. Не направляющая, упор, правильно сказать. Давай я так подержу ее. Смотри-ка, ровненько. Да. А если без нее? Раз. Ой, Петя. Фу, блядь, хочешь проверить кризис своих рук, что ли? Не, мне просто интересно, работает она или нет. Очевидно, что криво, и видно, что криво было на направляющей, а Петин рез был ровный. Шутим. Не, прикольная штука. Итак, за эти деньги вы покупаете еще что? Еще два гаджета у нас остались, которые интересны будут. Вот этот пистолет мне очень понравился. Он простой, лаконичный, металлический. Подтягивает хомуты и сразу же автоматически их можно подрезать.
удобно, кстати, намного плотнее сидит, чем при затяжке вручную. Естественно, можно и вручную подтянуть, но так качественно это не будет сделано. А это устройство, это, ну, для тех, кто не знал, это измеритель влажности древесины. Замеряется автоматически степень влажности, и он показывает, что это низкий, средний или высокий уровень влажности. Сейчас мы возьмем какую-нибудь сырую ветку и попробуем еще на сырой ветке это сделать. Черт. У кого-то не было пистолета, смотри. Подожди, сейчас. А, ну, пока он будет исправлять, давайте попробуем затестировать, как на сыром дереве этот девайс работает. Он сразу чувствует, что оу-оу-оу, зашкаливает. Количество влаги зашкаливает, ну, вот максимально. 27, 30, 32, 34. Он, плюс ко всему, еще ругается, пищит, потому что индикация-то это хорошо, но когда он на тебя орет, ты же сразу отцовского леща чуть ли не выдает. Не лезь туда. Тот вариант, когда у тебя ножа нет, а захомутить что-то нужно. Ебонь. Ебонь. О! Чоко. Перфект. Бля, не так глубоко, не втыкай. Ты на 13% влажный. Ты повлажнее. Вот, это надо к девахам подходить, так пынц. Смотри, проверять. 23,5. 23,5. А еще самое главное, приколюха, видите, это очки не просто очки, это очки фистул. Хорошо подмахнули фистул, фистул нам подарил очки такие. За что спасибо. Спасибо. Ребят, если вам был интересен такой формат магазина на диване от Папа Карло, назовем это... Ну как назовем? Приколюхи от Петюхи или как? Приколюхи от Петюхи. Хорошо. Пусть будет. Мы будем такие форматы иногда выпускать, где будут самые разные мелкие ручные инструменты рассматриваться, обозреваться и наши комментарии к этому инструменту даваться. Ну, наверное, интересные, да? Которые... Ну, естественно, мы барахло не будем всякое. Но если вам не хочется ждать, заходите в наш Инстаграм, там эти инструменты уже есть, 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 есть на жопе шерсти. Все. Пока.